Итак, у меня поступил запрос от Юли. Таня, привет. Как делаешь картинки с надписью? У меня есть PicsArt, но там не все можно сделать. В историю вылаживаешь. Так, как я это делаю? Вот я захожу в историю свою. Здесь нужен премиум Telegram, чтобы свои истории делать. Ну, покажу сейчас на примере Телеграма. Нажимаю на свой кружок, задерживаю его. Добавить историю. Выбираем какую-нибудь красивую картинку, что мы хотим. Так, что вот это возьмем, березка. Так, я ликую, я счастлива. Кто живет в моем городе, пишите. Готова поработать на вас и провести встречи с вашими людьми, провести. Так, готово. Здесь. Пусть так. +7 950 428 34 42. Так. Я готова поработать на вас и провести встречи офлайн. Провести встречи офлайн. Лайн с вашими людьми. В пятницу, кстати, я провожу две таких встречи. Я ликую, я счастлива, кто живет в этом городе. Пишите, готова поработать на вас и провести встречу офлайн с вашими людьми, либо онлайн. Далее. Опубликовать. Все, вот оно опубликовалось. Сторис. Сохраняю его. Вот сюда на три точки вправо нажать. Сохранить фото. Все, я публикую это в Инстаграм.